Всем привет! Сегодня 15 февраля и с вами Камила Хакимуллина. Сегодня буду рассказывать вам об очередных интересных и ярких событиях. Делайте звук погромче и внимание к сюжетам! «Скрипач на крыше» – это совсем непростой для артистов драматического театра спектакль. Ведь необходимо совместить трагизм, эмоциональную глубину с необходимой долей юмора и с той печалью, которая отличает все без исключения произведения «Шалом Алейхема». Шема Ламадек. Погрузиться в мир юмора и сатиры, забыть о бытовых делах, отдохнуть в компании любимых артистов, а также весело и непринужденно провести время, вас приглашает татарский юмористический театр. Приходите дружной компанией и наслаждайтесь качественным юмором, веселыми шутками и, конечно, профессиональной игрой талантливейших артистов республики. Советую вам посетить эти спектакли. Они, я уверена, вас точно порадуют. Но это еще не все... Казанская государственная консерватория представляет концерт Марины Вязя. Органные портреты Бах и Франк. Марина – главный органист Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии. Не пропустите это событие и погрузитесь в чудесное звучание органной музыки. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока!